Девушки выходят на дорожку, готовятся на старт. Первый забег, предварительный забег девушек на дистанции 500 метров. В этом забеге стартуют спортсменки из Украины, Кореи, Канады, а также венгерская спортсменка. Первый фальстарт женских забегов. И вот ушел первый забег со старта. Сразу же начинается интенсивная борьба. Вперед вырывается венгерская спортсменка. За ней на второй позиции спортсменка из Украины. И она теряет преимущество. Ее обходит спортсменка из Кореи и Канады. Дистанция 500 метров является самой короткой в шорт-треке. Она составляет 4,5 круга. Последний круг. И вперед выходит спортсменка из Южной Кореи. Финиш. Первый к финишу приходит спортсменка из Южной Кореи. На втором месте венгерская спортсменка. И третий к финишу приходит спортсменка из Канады. На этой дистанции спортсменам необходимо проявить все свои силовые качества, выложиться на все 100%, показать самый быстрый результат и, естественно, прийти к финишу на первом или втором месте. Спортсменка из Южной Кореи и Венгрии выходит в следующий круг соревнований.